seven letters of the churches, and now are beginning, going to go into the large part of Revelation. Итак, мы с вами прошли послание семи церквам в Откровении, и сейчас переходим к такому большому разделу. And it's very significant that this part begins in the throne room of heaven. И очень важно отметить тот факт, что вот этот второй раздел у нас начинается в присутствии Бога. То есть мы как бы в зале, где находится Его престол. So we start in verse 1. I will ask Gazelle to read verse 1, please, of chapter 4. Четвертая глава, первый стих. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». You see, now there is a time change here, isn't there? То есть мы можем с вами увидеть, что изменилось время. What must take place after this? Здесь теперь говорится о том, покажу, что надлежит быть после сего. So we have just described what in John's time was present. До этого мы с вами рассматривали настоящую ситуацию, которая была во времена жизни апостола Иоанна. And now he is being taken to a place where he will see visions of the future. А сейчас он находится в том месте, где он получит видение уже о будущих событиях. Now, some people have said that this is the rapture. А некоторые люди снова говорят о том, что вот здесь речь идет о восхищении. And they focus on the phrase "come up here". На каком основании они делают эти утверждения? Потому что есть здесь такое выражение «взойди сюда», «поднимись», другими словами. Well, here's what I think, about that. Что я думаю об этом? John was taken to heaven, вот Иоанн зашел на небо. И здесь действительно есть такие слова в этом стихе «взойди сюда», однако это обращение к Иоанну. And John didn't stay up there. Иоанн там не оставался навсегда. The purpose that is given is to show you what must take place. С какой же целью тогда он зашел на небо? Здесь как раз сказано: покажу тебе, чему надлежит быть. So the purpose is not this is not the taking John up to remain in heaven. Другими словами, цель этого так называемого восхищения Иоанна заключалась не в том, чтобы он оставался и пребывал на небесах. And even though some people have said that this is the rapture, несмотря на то, что некоторые люди все-таки утверждают, что здесь речь идет о восхищении, что это символизирует восхищение. One of the most famous scholars, Dr. John MacArthur, says it is not the rapture. Один из самых известных богословов, доктор Джон МакАртур, считает, что здесь речь не идет о восхищении. And Dr. John MacArthur believes in the pre-tribulation rapture. Несмотря на то, что Джон МакАртур верит в то, что восхищение церкви должно произойти до великой скорби. So, if you believe in the pre-tribulation rapture, that's fine. Поэтому, если кто-то из вас также придерживается этой точки зрения претрибуляционизма, это не страшно. But don't make the mistake of hanging that. Однако свое учение, пожалуйста, не основывайте вот на этом стихе. This verse is directed to John Потому что в этом стихе конкретно обращение только к Иоанну, и на небо он зашел с определенной целью. It is fantastic that John is given this vision of God. Однако вот вся ситуация такая фантастичная, потому что Иоанн получает видение от Бога. Because God is not going to reveal himself to John in all of his glory. He's not going to. He is going to. Потому что фантастичного, что примечательного во всей этой ситуации, то, что теперь Бог явится перед Иоанном во всей своей славе. Произойдет явление Бога во всей славе. So we have to ask ourselves, why is God going to do this at the very beginning of this revelation? И мы задаем себе вопрос, а почему Бог вот это вот делает в самом начале своего откровения, прежде чем Он даст это откровение? The book of Revelation in many ways is an explanation by God about why these things must happen. Вообще книга Откровения — это объяснение, наверное, от Бога, почему вообще все это должно произойти, почему все эти события должны произойти. He is not apologizing for
judgment. Он не оправдывается, он не извиняется за то, что будет судить людей. But he is showing us why there must be judgment. Однако он объясняет и разъясняет, почему суды необходимы, почему они должны быть. Because God's character is the basis of his right to judge. Потому что совокупность отличительных характеристик Бога является основанием его права судить. This isn't like I decided, John McKinney, that I'm going to judge you. Это не то же самое, как вот если бы я, Джон Маккини, решил судить вас. Because I'm just a person like you, I have no right to do that. Я обычный человек, такой же, как и вы. У меня нет права судить вас. But God is going to reveal his nature to us so that we might understand that he is in a perfect position to judge. А в данном случае Бог собирается явить свою славу, явить свой характер, свою природу, сущность Иоанну для того, чтобы всем нам показать, что он имеет право судить. God is doing a very kind thing here. И можно сказать, что здесь проявляется Божья благость и доброта. He is revealing his nature to us, because we need to understand his nature so we can make a wise decision. Он открывает здесь свою природу, свою сущность. И читателю это необходимо понять, природу Бога, чтобы мы могли принимать мудрые решения. The decision in the book of Revelation is very clear. То решение, которое нужно принять в соответствии с книгой Откровения, совершенно очевидное. Will you believe God or will you believe Satan? Нужно сделать выбор: или верить Богу, или верить Сатане. God is going to manifest His glory to us now, so we might believe in Him. И Бог теперь являет свою славу в данном фрагменте, чтобы показать, что верить нужно Ему. One of the strongest needs that people have is that we need to understand God's nature. Одна из потребностей человека заключается в том, что ему необходимо понять природу Бога. And our view of God needs to be expanded. И наше представление о Боге должно постоянно расширяться. We like to think of God in human terms. Очень часто мы себе представляем Бога с позиции человека и описываем его как человека. We like to think of him as the painting on the Sistine Chapel. Некоторые представляют его таким, как на картине Микеланджело в Сикстинской капелле. An old man with a long beard. Или пожилого человека с длинной бородой. But we need to know what God is really like. Нам нужно не такое представление о Боге иметь, а нам нужно понимать его природу, какой он на самом деле. We need to understand that He is sovereign over the entire universe. Прежде всего, нам необходимо понять то, что Бог владыка. Он суверенен над всей вселенной. So right here at the beginning of this revelation, God reveals himself as the glorious being that he is. И вот в самом начале, прежде чем дать откровение о будущих событиях, Бог являет свое великолепие. And so he starts here in verses 2 through 4. А вот первый фрагмент со 2 по 4 стихи. I'd like Guzel to read those verses for us, please. «И тотчас я был в духе, и вот престол, стоящий на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». I'm using a word here in your outline. I've used it several times. This word indescribably. И вот в ваших распечатках вы увидите, что несколько раз я использую слово неописуемое. Because John is being asked to do something that's virtually impossible. Потому что Иоанна попросили сделать то, что фактически сделать было очень сложно. He is being asked to, without PowerPoint, without pictures, without even hand motions, to describe God. Ему перед ним стояла такая задача: без картинок, без презентации PowerPoint, даже без движений руками, нужно было описать Бога. Not an easy task. Это очень трудная задача, да? Это нечто неописуемое.
So the first, he's first describing God as indescribably glorious. А и вот поэтому первое, что он пытается сделать, это донести до нас неописуемое великолепие Бога. In Ezekiel chapter 1, there is also a description of God. В Иезекииле во второй главе, в первом стихе, тоже есть описание Бога. And in that description, Ezekiel uses some similar words. И в этом описании также используются слова, похожие на те, что использует Иоанн. When he says in verse 28, and if you've got that, if you read that verse for us, please. Значит, Иезекииль, 2 глава, 1 стих. «Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и услышал глас глаголющего, и он сказал мне, «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». А до этого, вот 28 стих, «В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом». Look at that one phrase in my Bible. It says, "The appearance of the likeness of the glory of God." Вот в первом стихе второй главы используется такое вот выражение. Это было видение, подобие славы Господней. You see how he pulls back from that description? То есть как вот он это описание пытается передать? He's not telling us here what God looks like. А он не говорит нам, Бог выглядит вот так вот. He is trying to describe this glorious being. Он пытается описать вот это великолепие, описать славу Божию. And he can't even he can only say it looked like this kind of. И он не может сказать, что это выглядит вот так. Он говорит, это было подобие, это выглядело как бы вот так. Many commentators try to understand what these colors mean. Carnelian and emerald. Очень многие богословы пытались разобраться, почему используются именно такие цвета, цвета вот этих камней, яспис, сардис, то есть что они могли символизировать, что они могли значить. But he's using earthly words and colors to describe what really, really can't describe. Я просто думаю, что Иоанн пытается пользоваться какими-то земными понятиями, да, вот камнями, этими оттенками, цветами, для того, чтобы, ну, хоть как-то передать то, что не поддается описанию. You'll notice that the one on the throne who is being described is never named. И можете обратить внимание на то, что вот здесь говорится «сидящий», просто сидящий, то есть нет имени. He never in the whole book of Revelation will you find a name given to the person sitting on the throne. И вот это выражение «сидящий на престоле» будет часто встречаться в книге Откровения, однако он не будет назван по имени. He has the appearance in verse 3 of jasper. А вот в третьем стихе также говорится о том, что у него был вид был подобен, да, был подобен камню яспису. And this is a description of his glory. А это описание славы, это описание его славы. He really is indescribable. Фактически мы можем сказать, что неописуемое все это было, трудно было все это описать. But not only is he glorious, he's also indescribably powerful. Не только великолепие было Божие трудно описать, было также трудно описать его могущество, его силу и власть. If you would read verse 5, please. Обратите внимание на 5 стих, где говорится о его могуществе. «И от престола исходили молнии и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божиих». What are lightning storms like in Russia? А вот в России гром и молнии, когда гром гремит, молнии сверкают, как это? Какие? There are a lot of lightning? Вообще часто бывают молнии, яркие бывают молнии. Mm-hmm. All at once? All at once. Is it all at once or is it one here, one there? Бывает вот так вот, что сразу в разных местах молнии, одновременно несколько вот в разных вот местах. We've not seen that. Okay. Mm-hmm. In Arizona, where I live, the air is very dry. В штате Аризона, где я живу, воздух очень сухой.
And where I grew up in Illinois is much more like Russia in А вот там, где я вырос, в штате Иллинойс, очень похоже, климат очень похож на российский. So I thought I'd seen thunderstorms as a child growing up. И когда вот я рос, я думал, что я уже знаю, что такое вот буря, что такое гром и молнии. Я достаточно этого увидел. But you've never seen lightning like in Arizona. Однако я ничего подобного не видел, как вот молния в Аризоне сверкает. There will be times that the whole sky in the south is just lightning from one horizon to the other. Но бывают такие случаи, когда вот на юге, можно сказать, с одной стороны горизонта до другой стороны на небе просто молния за молнией. And they show us on TV, there's thousands of lightning strikes in this И потом показывают нам по телевизору, что вот происходило, да, и можно увидеть, что тысячи молний сверкают одновременно за очень короткий промежуток времени. That's what it's like around the throne of God. А вот у престола Божьего вот нечто подобное происходит. This constant, continual lightning and thunder and man, power everywhere. То есть постоянно гром, молнии, гласы. То есть это вот такое вот это явление силы, явление могущества. You see now that there's a purpose to this demonstration. Я думаю, что вот это также было показано не случайно Иоанну. And that is that we would fear God. Здесь есть определенный замысел. Наверное, вот все это обычно навевает страх. Of course, there's two ways you can fear God. И страх Господень есть такое понятие. Мы можем говорить о том, что люди боятся Бога по-разному. Можно вывести два основных таких вот One вида. Is to run as far away from Him as you can. Значит, один вид страха, когда человек пытается убежать от Бога как можно дальше. And the other one is to say, I need to know this God. А другой страх Божий, это когда у человека появляется желание познать Бога. Let me ask you this: Are you afraid to see God? To see. To see or to be with God? А вот я хочу задать вам такой вопрос: Вам не страшно увидеть Бога? Are you afraid? Страшно? Yes. Should you be afraid? А нужно ли вообще этого бояться? Просто как такое, ну, представляешь как бы Бога и просто перед Его величием как бы могу. So when you understand how powerful and glorious God is, you have some awe or emotional stress. Okay. And awe is appropriate. А благоговейный страх, да, это в общем-то приемлемо, это хорошо. And it depends on what is your spiritual situation. Well, it does. So that's why I'm asking you personally. Поэтому я лично каждому задавал, потому что зависит и от духовного состояния, от твоей жизни, и вот каждому лично страшно ли бы тебе сейчас было увидеть Бога? Because in Jesus Christ, God has reached out His arms to us and said, "Come to me." Потому что через Иисуса Христа Бог простирает руки к нам и говорит: "Придите ко мне." And uses those wonderful words, "Don't be afraid." И очень часто Бог использует слова "Не бойся." But there's no doubt that we need to understand that God is very awesome. Но с другой стороны, мы должны понимать могущество Бога и иметь пред Ним благоговейный страх. So we should never make the mistake of taking Him lightly. То есть мы не должны с вами несерьезно относиться к Богу. And anybody who reads this chapter and takes God lightly has not read this chapter. А тот, кто прочитал четвертую главу книги Откровения, однако все равно так вот фамильярно обращается с Богом, несерьезно к Нему относится, скорее всего, не понял то, что написано в четвертой главе. Do you remember what happened back in Exodus 20 when God showed Himself or showed His glory on Mount Sinai? А помните, что произошло еще в Исходе, в 20 главе, когда Бог явил свою славу на горе Синай? Verses 18 and 19. 18 и 19 стихи. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидел то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать». Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. And look what Moses says at the beginning of verse 20. И посмотрите, что в 20 стихе, в самом начале, отвечает Моисей народу. Он говорит: не бойтесь.
Don't be afraid. Не бойтесь. Pretty neat. Очень приятно слышать такие слова. So God is wants us to understand His power. Итак, Бог хочет, чтобы мы понимали, какую власть, какое могущество Он имеет, чтобы мы относились к Нему серьезно, как подобает. He is also indescribably worthy. Кроме того, здесь говорится о неописуемом достоинстве Бога, неописуемое достоинство. Now, verse 4 talks about 24 elders sitting on other thrones. В 4 стихе мы с вами прочитали о том, что вокруг престола были еще 24 престола, а на них сидели старцы. There are 13 different understandings of who these men are or who these beings are. А есть по крайней мере 13 разных толкований насчет того, кто же это эти старцы. Some think it's the 12 patriarchs of Israel plus the 12 apostles. А некоторые считают, что это 12 патриархов израильских плюс 12 апостолов. Some think it's men from before the flood. Некоторые считают, что это люди, которые еще до потопа были. I haven't got the faintest idea who they are. А я вам скажу откровенно, совершенно не имею ни малейшего представления о том, кто эти 24 старца. But they are great spiritual beings of some kind. Однако я знаю, что это какие-то великие, можно даже сказать, не люди, а вот он использует именно слово существа, великие духовные существа, личности. But as great as these beings are, look what they do. А что же вот делают эти великие старцы, эти существа? Чем они занимаются? All they do is fall down on their faces and worship God. А which verse? Они падают на лицо свое и поклоняются Богу. То есть они занимаются поклонением Богу. В 10 стихе мы можем прочитать. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются. And this goes on continually. They keep on doing it. Это непрерывное действие. Это непрерывное действие, что означает, что постоянно продолжающееся. This constant praise of God because He is worthy to be praised. То есть можно сказать, что постоянно продолжается восхваление Бога, потому что Он достоин хвалы. And He is, and look at verse 11 and see why He is worthy to be praised. И мы говорим о достоинстве Бога. Посмотрите 11 стих и ответьте на вопрос, почему Он достоин? Какие здесь характеристики? He is worthy to be praised just because He is the Creator. Здесь мы читаем с вами о том, что Он достоин поклонения, по крайней мере, просто потому, что Он Творец, Он сотворил все. Notice there's nothing in this chapter about Jesus Christ. Да, в этой главе, обратите внимание, ничего не говорится об Иисусе Христе. Nothing about salvation. Think about. Nothing about. Ничего не говорится о спасении. There is nothing about God making payment for sin. Ничего не говорится о том, как будет платить, возмещать Бог за грехи. He is worthy because He is the uncaused cause of everything that is. Здесь в этом стихе говорится о том, что Он достоин только потому, что Он извечная причина всего существующего. То есть Он первоисточник, извечная причина. One of the reasons that I dislike the theory of evolution so much is because it questions this truth. Почему вот мне не нравится теория эволюции? Потому что она ставит под сомнение именно вот эту вот истину. Not only is evolution a silly theory without evidence, but it questions God's character. Я вот думаю, что теория эволюции не просто глупая теория, потому что она безосновательная, но мне не нравится в ней то, что она ставит под сомнение вообще природу Бога. And here God is worthy just because He is the one who created everything. А здесь мы видим, что достоин Бог только потому, что уже достаточно только и того, что Он сотворил все. He's also indescribably eternal. Кроме того, здесь предстает перед нами Его неописуемая вечность. Could you read verse 8 for us, please? Неописуемая вечность в 8 стихе.
И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». And the way God described himself in the Old Testament when asked what his name is. А помните в Ветхом Завете, когда Бога спрашивали, как твое имя? Он описывал себя каким образом? He just said, I am. Он говорил, я есим, как я есть. Да? Wasn't that I was or I'm going to be. То есть он не говорил, я был, он не говорил, я гряду, а в то время он говорил, я есть в настоящем. God doesn't have a birthday. У Бога нет дня рождения. Never going to be buried. А его никогда не похоронят. He just is. Он просто есть. And Бог есть. These living creatures say, you live forever. И вот эти вот существа, животные в нашем случае, говорят, что ты живешь вечно. Ты был, есть и грядешь, значит, вечный. This means in philosophical terms that God is a necessary being. То есть он живущий во веки веков. Это означает, что Бог с философской точки зрения жизненно необходим. We are all of us are in the world of philosophy. We are effects. Something causes our existence. Все мы с вами с философской точки зрения являемся результатом чего-то. Что-то нас произвело, можно сказать, что-то побудило к нашему появлению. We are people who can be and cannot be. То есть мы люди с вами, мы можем быть, а можем и не быть. God is a being who must be. А Бог это тот, кто должен быть. Его не может не быть. And so he is worthy of praise because he is eternal. И вот потому что он вечный, потому что у него нет начала, он просто есть, он достоин хвалы. He never began, he just is. У него не было начала, он просто существует, он есть. That's why we can know that our life, that our eternal life is secure. Поэтому мы с вами можем быть уверены в своей вечной жизни. The one who gave it to us will never cease to exist. Потому что тот, кто даровал нам вечную жизнь, сам никогда не прекратит существование. God is also indescribably holy. И еще одно качество – это неописуемая святость. Verse 8, that wonderful song that these beings sing, if you would read that for us, hold on. В восьмом стихе мы прочитали вот эту замечательную песню, которую они поют. «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». God is perfect. Everything he does is right. Можно сказать, что Бог совершенен, все, что он делает, правильно. So there's this constant praise in verse 8 for this one attribute of God. Обратите внимание, что в восьмом стихе говорится о том, что они не имеют покоя, то есть и днем, и ночью постоянно идет хвала за одно качество Бога, за его святость. Sometimes we think that the holiness of God only means that he never does anything wrong. А иногда мы думаем, что святость Бога это просто то, что Бог ничего плохого не делает или неправильного не делает. But the fact is that everything God does is perfect. Однако святость Бога означает все, что делает Бог, совершенно. То есть это вот святость. Все, что делает Бог, это совершенно. As we go through the book of Revelation, we're going to find this true, that the righteousness, the holiness of God is a major theme. И в книге Откровения нам будет постоянно встречаться эта вот важная и главная тема – праведность Божия. And we're going to find, especially at the end, that God is out to, is working to satisfy his own righteousness in his judgments. В конце книги мы с вами придем к такому выводу, что Бог делает все для того, чтобы удовлетворить собственные требования праведности, когда он судит народы. And at the end of this book, we will be able to join with the angels and say to God,
You are perfect in everything you do. А и в конце изучения этой книги мы с вами присоединимся к ангелам и скажем Богу, что ты совершенен и во всем, что ты делаешь. So God is asking us a question here. А здесь Бог задает нам вопрос. As we look at this wonderful vision of the throne room of heaven. Вот когда мы с вами увидели вот это видение, прочитали об этом видении в престольном зале на небесах. And that question is this: Can I trust God to tell me the truth? И мы задаем себе такой вопрос: можем ли мы быть уверены в том, что Бог говорит нам правду? When we go through Revelation, we're going to find out that Satan is always trying to imitate the things of God. А когда мы с вами будем дальше изучать книгу Откровения, то мы увидим, что сатана постоянно пытается подражать Богу. Он копирует Бога. He will try to imitate the glory of God, the power of God. Он попытается скопировать славу Божию, могущество Божие. He will try to convince people that he can keep them alive forever. Он также попытается убедить людей в том, что он может дать им вечную жизнь, что они не будут умирать. He will try to convince people that they should consider him worthy of faith. Он также будет убеждать людей в том, что он, сатана, достоин их веры, что они должны ему доверять. And he will try to convince people that his unrighteousness is good. И также он попытается убедить людей в том, что его неправедность это тоже хорошо. The book of Revelation describes a huge battle. В книге Откровения мы с вами увидим вот эту вот грандиозную битву. And the battle is not between people. И эта битва не между людьми. The battle is between God and Satan. В данном случае воюют Бог и сатана. And when we read the description of God here in chapter 4, we need to come to a conclusion to a an understanding. И вот когда мы прочитали описание, данное в 4 главе, описание Бога, мы должны прийти к какому-то выводу, сделать какое-то заключение. And that understanding is that no one can overcome the power and the majesty of God. И мы с вами должны прийти к такому пониманию, что никто не в состоянии победить или преодолеть могущество Божие. This book of Revelation has been around for 1900 years. 1900. Almost 2000 years. Почти, значит, 2000 лет. 1900 лет. Эта вот книга Откровения уже была у людей. And billions of people have had the opportunity to pick it up and read it. Миллиарды людей имели возможность прочитать эту книгу. And then they have the opportunity to decide whether they should believe it or not. И у них была возможность принять решение поверить тем словам, которые написаны здесь, или не поверить. So this book is part of the gracious righteousness of God. И я думаю, что вот эта вот книга как раз проявление Божьей благодати, Божьей праведности. He will be able to say at the end, "I gave you the book of Revelation, and you choose to ignore it." Вот этим людям в конце он может сказать: Бог, я дал вам книгу Откровения, а вы пренебрегли ею. God's grace just flows through this book. И вот Божья благодать, тема Божьей благодати, это как красная нить на протяжении всей книги Откровения. We see it as a book of terrible judgment and death and fire. Очень часто мы сосредотачиваем свое внимание при чтении на ужасные суды, на смерти, на огонь. But we're going to find as we go through this book that God's grace keeps showing up. Однако забываем о том, что постоянно Божья благодать проявляется то тут, то там, и мы с вами это увидим. And he will stop the action once in a while and say, "Wait a second now. Let's all think about what's going on." Иногда получается такое вот впечатление, как будто он говорит: "Стоп-кадр". Останавливается все движение и говорит: "Давайте-ка задумаемся над тем, что происходит". I'm realizing something just recently about the book of Revelation. Вот совершенно недавно мне пришла такая вот мысль относительно книги Откровения. The things that God does in the book of Revelation are perfectly clear. То, что делает Бог в книге Откровения, все вот эти его дела, они абсолютно понятны, они ясны. The things that Satan does are shrouded in mystery. А вот то, что делает сатана, там присутствует уже таинственность, там уже завуалированы его действия.
God is a revealer of truth. Бог являет истину. Satan is a hider of truth. А сатана истину скрывает. Он ее маскирует. We'll find out as we go through that that the works of Satan are often very difficult to understand. И мы с вами обнаружим, читая эту книгу, что вот поступки сатаны, действия сатаны трудно толковать, трудно понять. Well, the works of God are clear as a diamond. Однако вот то, что делает Бог, все его действия чисты, как кристалл. Any questions or comments about chapter 4? А вот сейчас есть возможность задать вопросы по 4 главе. Кого-нибудь дополнения, какие-нибудь комментарии. Есть? It's it makes us stand in awe, doesn't it? Я думаю, что благоговейный трепет должно вызывать у нас это описание. Sorry. Относительно старцев я понял ваше мнение, а относительно четырех животных, что это такое? So here understood that you don't know about the old man, 24. Oh, but yes. Or what do you think about four animals? Or you've got the like four. Oh, the four living creatures. Thank you've you. We've got creatures. We've got animals. Mm-hmm. Yeah, the four living creatures. Thank you for pointing that out in спасибо, verse 6 and 7. О том, что вы вспомнили про вот этих животных, они у нас упоминаются в 6, 7 и 8 стихах. I think these are some kind of angelic spiritual being. Я думаю, что это ангельские существа какого-то порядка. В английском написано просто живые существа, не животные, а именно живые существа. I just think that they are representative of the character of God. Я думаю, что они также являются как бы отражением Божьей природы, характеристикой Божьей природы. I don't think that these four, when he says they're like a lion, like an ox, like a man. И вот здесь вот, когда говорится о живых существах, также не написано конкретно, какие они. Тут написано просто подобно льву, подобно тельцу, а одно даже имело лицо, как у человека. Кто-то подобен орлу. See, that doesn't say that they are these things. That just, that's how he describes them. То есть опять-таки не говорится, что один лев, другой телец. То есть он просто использует это в качестве описания. Можно дополнение этому. Можно это представить, что Иоанн тоже, как и Бога, не мог описать, как этих существ. So can we say that John had hard time describing the living creatures as he had a hard time describing God? Yes. Да. То есть это было трудно описуемое. And that's why he tried to use some of the terms that were like earthly, like animals. He did the very best he could. То есть он старался сделать все, что было в его силах, чтобы вот записать то, что он видел. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.